Всем привет, Смесен, а это Dying Light, мы продолжаем проходить эту игру. Я не знаю, что тут пока по видео, не по видео, когда они будут выходить, что будет выходить, но посмотрим, в общем. Это 20-й выпуск, юбилейный, между прочим, поэтому давай-ка. Давай-ка начнем уже играть. Так, хорошо, нам нужно найти выход со старый город. Это, собственно, больше некуда, кроме как вот сюда. Мы, по-моему, с тобой даже в прошлом выпуске зашли. Или нет ли? Не помню, короче, ладно. Да, мы заходили с тобой. Ну да ладно, где сохранение было, там оно, собственно, и осталось. Хорошо. Так, ну допустим. Так, что по зомбарям? Что по луту тут? Ничего нигде? Никак не так. Да, бля, что последним путаю F с E. Так, а тут чё? Вот это открыто. Ага, хер там плавал. Так, ну допустим, что у меня вообще по инвентарю? Инвентарю поцелуй, мачете. Тут все тоже очень сильно хорошо. Оружие Тахира, кстати, есть. Супер-пупер крутое. Чертежами я давно уже не пользуюсь. У меня есть уровень ловкости, внезапно навык какой-то. Так, Это вообще бред какой, я не пользуюсь, я никогда в жизни не пользовался. Вот это можно включить. Смотрите, блядь, новичок здесь навыки получше, чем вот здесь. Вот что вот это, удар, вот это, ну вот это ладно, это неплохо. Видите, логу флактями во время паркура. Это как выглядит, интересно. Вот это бред, самый натуральный. Вот это легко, вот это неплохо. А я же, по-моему, прокачивал, нет? Мгновенный побег. Токусаки, блин. Давай, короче, я вкачаю вот это вот. Я всегда хотел это прокачать. Я думал, что вот это прокачано. Я думал, что вот это прокачано. Да, план безупречный. Ничто и может пойти не так. Да действительно, в прошлом выпуске, если не видел, что было, посмотри. О, господи, блядь. На кружку приклеились к салфетке. Что-то пить резко захотел. Ну да, это ладно. Если ты не видел прошлый выпуск, посмотри, почему не говорю, потому что я только, блядь, не помню, что там было. А, ну там был дикий замес конкретно за эту электростанцию, блядь, по-моему, за какую-то. Что-то мы там открывали, что-то мы там прыгали. В общем, месились конкретно. Так, это получается... Я вас горячо, как говорится. Так, ну-ка, блядь, идите сюда. Не хочу там что-то выходить. Нихуя не видно. Так, ты давай попробуем, кстати, наголом. Ну, давай, иди сюда. Ты не хочешь? Ага, идет. Ой, блядь, еще и с дубиной. Да, нихуя! Сзади, сзади, сзади! Бледено какое, а! Воу-воу-воу, да вы что, ребята, вы с какой бригады, блядь? Что у вас все в дубинке? Это раз. Это просто два. Быстро, блять! Типа, идите вы нахера! Так, все окей, это работает, это очень работает, но только это так, когда либо они идут в рядок, либо когда он один. Фу, бля, ты-то что тут встал? Почти наоборот, кстати, урод. Оп, обыскать. Опа, нахуй. Нормально. Так, ну это ему, собственно, пиздец. Раз, два. Три. Алло! Так, ну и, собственно, посмотрим, что у них есть. А, алкоголь, кстати, спасибо. Алкоголь. Будет, собственно, что? Правильно, будет из всего делать отлично. Так, все, ладно, пойдем. И вот этого еще надо искать. ХПшки, конечно, они тоже потратили. Зачем? Зачем, как говорится, все это? Блять, здравствуй, пожалуйста. Ты где был-то? Когда твоих бортанов пиздили. Еще раз, что ли, по мне въебали? Ой, хорошо. Самое-то что, я? Пиздяк, ну, понимаю, не идеально. Так, я по-быстрому тут взломаю, вы меня не убивайте, пожалуйста. О, алкашка и кофе. Полутаться, блядь, успел. Ладно, попробуем. А хуй ты сидишь-то, блядь, вставай! Так, все, ладно, хватит, побаловались и достаточно, потому что что-то это совсем прям плохо. Хпшки все. Он, блядь, туда сзади заорал. Так, там что есть? Огром? Ну, блядь, вон огромный идет. Да
Да отстань нахуй! Да уйди, сказал! Вот же гнида, блядь, какая! Че, пиздодельный, что ли, ты вышел? Только путь мне башни сносят, уроды, блядь! Где там проход мой? Он такой хороший, тут сразу же они все стоят, и я их спокойненько бью. Бери культяпки свои, блядь, тварь. Вот и нет никого. А чё обосрался-то сразу? Иди сюда! Без руки, блядь. У тебя там уже нет руки, хуй ты не подставляешь одну и ту же сторону. А ну хотя чё, правда, у него там нет руки уже. А громила-то чё себе тоже такие удары, что ли, поддаётся? Да ты чё, лох, бля? Это как? Как меня отбросило? Так, вот так. Быстро, 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 быстро. Опа, 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 отходим. Вот так и, собственно, будем с ним справляться. Это уже давно проверенный способ. Оп. Отходи, отходи, блядь! Не успел. По одному удару наносим, иначе очень много ТП потеряем. Так, вот что ты не заходишь, что ли? Алло. Чмых. Блядь, еще этот урод. Ну, правильно, правильно, своего мутузь давай. Ну, давай. Да ёб твою за... О, пизда мне. Все, 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 все. Так, а ты у нас, наверное... Ой, блядь, присед тут как удачно. Так, ну ты сюда точно не пройдешь. Хотя, ты, наверное, может, сука. Что опять за танцы, блядь, начались? Снеси ему голову. Ну! Лашпед. Да, блядь, как? У него какой вообще диапазон удара-то его? А, так ты лох получаешь. А, так там марка, все понятно. Бля, ну это, кстати, входит очень хорошо на самом-то деле. Выходи! Бля, ну нет, так и так вообще не дело. Ну не, он не вошел никуда. Ты прям лох. Все, сейчас мы его здесь добьем с тобой. Да, блядь, какой у него диапазон удара? Я стою от него за две стены. Как это работает-то вообще, клоун, блядь? Да ебаный ты рот, а я забываю постоянно. Вот тут это работает, бля, почему-то там не работало. Все, наконец-то ты сдох. Урод. Так, дубину поднимать вообще не имеет никакого смысла. 207, ну еще 207, у меня оружие покруче есть, огнестрельное, например, блядь. Так, это что? Бабки с кого-то? О, блядь, как же вы мне дороги, а? Урод, а что так много этих сундуков? Так, все, больше никого не... Блядь. Эй, слышь, спящий, где ты был-то? Ой, спасибо, и прям по башне не давали. Ой, давайте я вот сюда вас загоню. О, нихера! Сука. Бля, вот этого убей. Что у него ровно сила, неплохо. 12 уровень силы. Вот это да. Вот это я мастер, ну-ка стоять, блядь. Убей его. Металлические детали, это хорошо. Так, тут что? Закрыто. Чё, блядь, это было? Кто орал? Ой, блядь. Ну хватит! Что их тут так расплодилось-то? Громила, санила, мудлоид, блядь.
Как же ты меня достал? Что же вас тут так много-то? В прошлом выпуске. Да, блядь, да хватит! Почему у него такой большой диапазон удара-то? Волны его. Ну вот что это, блядь? Заебись вообще. Сейчас я вон еще обгорю. Так, ну-ка, давай, блядь, выходи на вот сюда вот куда-нибудь, потому что там себе дороже. Ёпта, там еще он взрывун, по-моему, да? Да, он бежит, сука. Опа, опа, опа. Нормально, 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 нормально. Сядь, ну как так-то? Сука. А чё взрывун отнимает у меня всем всю ХП? Ни хрена себе, о чем это мне никто не говорил? Ёбаный враг. А, ну ладно. Там, наверное, их уже никого нету. Я надеюсь. Слезно. Ну, слава богу, их правда нету никого. То бы это было бы очень прискорбно на самом деле. А, этот есть? Ну, этот урод есть. Так, возьми-ка. А у меня еще винтовка. Что, патронов, нихера. Она постолей. А, я ж тогда получил точно. На пистолет сколько патронов? Так, мне просто нужно этого урода взорвать. А, пистолет севший вообще. А почему, блядь? Полицейская винтовка. Полицейская винтовка, окей. Я думал, там на пистолете есть патроны. Ну где урод-то этот? Его нету? Ну ладно. Хорошо. Блять! Да ёбаный ты, Винни-Пуха! Встань! Турозавр. Назад, 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 назад! Нормально! Обе выносливости. Чё-то нету его, блядь! Бануться к нему вообще невозможно подойти. Так, ну-ка бей. Проебана. Ну уберись! Воу, повезло, блядь! Лошара! Лох, 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 лох. Какие, блядь, очки навыков очень вовремя, нахуй, когда я дерюсь с дебилом. Короче, он вообще лох. Все понятно с тобой, блядь. А чё не ударил-то? Всё, блядь. Блядь, он два раза не успел ударить. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь, всё, подловил, 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 подловил меня, подловил лошпед. Блядь, чё я горю, заебок вообще. Дай, бей. Бей. Вот и так, блядь. Упал, падла, и не рыпаться. Так, хорошо, пойдем дальше. Как же их, блядь, тут много? Как же их, блядь, тут много? Найдите выход, блядь. Старый, что, блядь, в самом городе параша творится, что, блядь, на выходе из него. Работает. А что там ночь, блядь, что ли, настала? Ёбаный рот. Привет, блядь, и пока. Идёшь ты нахуй! Заебись вообще! Перезарядка! Ебать! Это что, логово, блядь, их что ли? Да беги, дебил! Ёб твою мать! Ага, заебись, здравствуй! Погоня отстала! Очки ловкости плюс 22 всего! А чё так мало-то? Ебанулся. Я ж там каких-то зомбарей пострелять успел. Да я думал, что там начнётся какой-нибудь пиздец. Ну тогда, блядь, стрелять. Ну, пришлось, ладно. Так, у меня только мы вода. По идее должна. А по идее не надо нахуй, это плохо. О, сундук. Давай, откроем, блядь, раздали. Ой, господи.
О, да ладно, что попал с первого раза в правильный проход. Что-то много сундуков этих. Че, нет? А, да не, да. Да. Нихера, что на улице-то ночь, что ли? Откуда они тут... А, погоди-ка, или тут типа... Да, тут-то они в тени, поэтому их тут много. Может, были, по-моему, с тобой когда-то, нет? Ёб твою мать. Дальше-то куда? Чё за вообще странные такие... О, алкашка. Странные такие проходы. Так, давай-ка мы по навыкам с тобой пойдем, потому что сейчас все очень плохо будет иначе. Так, уровень силы есть. Эксперт боя. Станьте экспертом боя, вы получите еще больше выносливости. Воу, вот это неплохо. Это что такое? Убийственная лихорадка. Набирайте очки силы быстрее в течение 10 секунд после убийства врага. Очки силы, блядь. Убийство, оглушение. Оглушенный. Мгновенно убивайте оглушенных врагов. Нажмите... В смысле, блядь? Нет, этот бокал, мне вот это больше всего нравится. Эксперт боя я, прикинь. Эксперт боя я! А, подожди, еще раз. Что дает эксперт боя? Вы получите еще больше выносливости и доступ к набору добиваний. Ну вот и там, снизу, другие навыки. Классно, конечно, построено все, ебал. Так, там какие-то ресурсы мне сразу показываются. Не надо. И без них справимся. Потому что искать чуть-чуть в эти проходы ходить. Ой, не хочу. Старый город. В эфире, я послал сигнал наружу. Некрасория. Бомбардировщики министерства развернулись и улетели прочь. Но потом со мной связались с ВГМ. Они хотят, чтобы я собрал это исследование Зеры и передал им. Так что они смогут всех убить, что работают над созданием вакцины и пытаются извлечь прибыли с человеческого горя. Пошли они в жопу. У меня другие планы. Вот именно, блядь. Этот краткий экшен был в прошлом выпуске. Я это особо не помню. Там было месиво в этих, блядь, за заборами во дворах где-то. Чё есть? Добавьте набор. Прищи кого? А! Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear me? Че, блядь, я же на улице, тебя разгоняю. Слышу вас! Говорит встретиться! Я готов взяться за работу, только принесите образцы! Именно это я собираюсь сделать, док! Но не забудьте, я тут застрял в окружении 1000 зомби! Вас понял. Друзья, я скоро приду. Хорошо. Я все равно никуда не уйду. Клиника. Доставьте образцы ткани от Зеры в лабораторию Камдена. Так, хорошо, Камден. В общем-то, хорошо. Давай, поехали, взлом. Ну, давай, взломай, мало ли. Попадем. Попали. Между прочим, банальнейший замочек, который я уже состоятельный взломщик, как бы это ни звучало, использую. Так, а это что такое? А что такое? Доставьте наборы помощи при чести кладовщику. Это что такое? А, это я насобирал. А, выход снизу. Это я насобирал. А что надо-то, блядь? Не, надо куда-то наверх, судя по всему. Аптечка. Это я насобирал в прошлом выпуске. Какие-то наборы ЧС. Надо идти к кладовщику. Я манал куда-то нужно, поэтому мы скоро с тобой пойдем куда есть. Так, там еще был какой-то проход вниз. А куда это? Подожди, я сразу же проверю, потому что манал я. Вот это что такое? Это куда-то куда? А, мы тут с тобой были тоже. Пошли по отсюда тогда, что ли? Я даже понял. А, да, тут закрыто. Блядь, серьезно, ради этого из-за ленты и гринка? А, ну нет, тут еще что-то есть. Ну а, да, из двух изоленты. Для того, чтобы взять две изоленты, блядь, я пошел туда вниз. Идеально. Так, туалеты и все в жопу. О, блядь, сразу же здесь, сука. Так, мне нужно на 250 метров. Сколько процентов сюжета? 84. Ну, близимся к финалу с тобой. Один из следующих выпусков может быть финальный. Так, ко мне кто-то семенит, да, судя по всему?
Да в смысле, блядь? Серьезно, миллиметр? Так. Ну да, не густо. А, ко мне тут... Ну и хер. Вот такой типа мелкий, такой шик-шик-шик-шик. Так, я... Ты что, там кто-то еще, что ли? Тут реально было... А, все понятно, дополнительно. Ёб твою мать, там вон этот громила. Саима. Нет, 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 с кем? Вот с этим я сражаться точно. Где он нахуй? Тем более он меня спалил уже, сука. Бляха. Ой, ебать! Спасибо! Мразь, блядь, жирная! Бля, надо как-то на этот замок подняться очень срочно. Я уже устал. О, ясно, все, блядь, ну нахуй. Слазь. Да куда, блядь? О, ёбаный в рот, иди нахуй. Надо как-то на этот замок подняться очень срочно, прям с рычничком. Ладно. Чё, никак? Ёбаный в рот, полетел куда-то нахуй. Ладно, все в жопу. Ой, да ты меня еще оставил с собой. Ты что делаешь? Так, а как же... А, да ты, блядь, чё, как же? Вот сюда, безвестное дело с концом. Вот запрыгни. Сука, потерял столько хп за хуйню. Тем более надо там вон туда, я еще подумал, что надо за замок идти. Да, конечно, я гений. Ясно, все, я туда заорал нахуй. Так, вон там вижу либо пиздодельного, либо... Классно, я между решеткой прошел. Сильно худой, блин, между решетками прошел. Так, у меня нихера уровень силы накачался, а уровень ловкости вообще в жопе какой-то находится. На уровень целый отстоим, когда такое было, давай качать. Иди отсюда нахуй. Вот это классно сделал. Так, это что такое? Там избивают заложника, сука. Туда его, конечно. Лошара, блядь. Идите от заложника нахуй, твари, блядь. Ой-ой-ой-ой, пиздодельный, что ли? Жду. Чё, блядь, чё он бегает-то? Кого с ним происходит-то? Что с ним? Ну ладно, может, с Человека-паука поиграть решил. Так, я пойду служу заложником. Чем выше от этих уродов, тем лучше. Так, и чё по итогу-то? Надо спасать заложника, я хоть знаю, как это сделать, там этих уродов очень много. Чё ты делаешь-то, блядь? Так, пиздодельный ко мне движется. Где он? А, блядь! Дино! Достань! Так, отсильно какая-то борзая, я понял. Блядь! Да еще что ли один, а? Воу-воу-воу-воу! Два! О, пизда! Заложник, спаси меня! О, отлично. Это что, блядь? Ты береги, здесь пиздодельные. Ага, сука. Лезем. Ну, лезем. Пошло нахуй, сказал. Ёбище. Беги. Ты что-то? Ой, награда, блядь. Вали пиздодельного.
Ты чё, хуя бы моих заложников? А, моих заложников. Они убили мужика! Уроды, блядь, вы убили мужика! Бля, бедный мужик, да сука. О, у меня птичек на скутях вообще, блядь. Так, ну-ка, стоп. О, здравствуй, блядь, ну откуда ты тут взялся? О, ночь скоро. Это плохо. Я первый, блядь. Упырь. Я хотел сделать аптечку. Я хотел сделать аптечку. Потому что иначе, все будет очень плохо. Еще сколько штучек? 5, наверное, сделаем. Бля, пиздец, уже 26 минут прошло. Сколько сделал? Давай еще одну сделаю. 8 аптечек, нормально. Так, давай до ночи успеем до этого доктора Зыры. Да ёбаный ты в рот, а. Меня нет. Я фантом. Меня просто нету. Я водный объект. Лодка. Так, что-то, да, наверное, можно. Да, можно что-нибудь. Что нельзя-то, можно. Хрень пиздодельная. Вот это они там устраивают паркур. Ты видишь, как они по домам карабкались? Ой, жаба ебаная. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, с жабами я связываться не хочу. Да ёб твою ж за ноги, сука. Удет. Так, главное, что он не пиздодельный. Если нет пиздодельный, то это хорошо. Если жаба, то это хреново. О, в смысле, наоборот. Если от жабы может спрятаться, залезть и все. Пиздодельный за тобой полезет. Жаба может тебе еще в жопу пару раз выстрелить своей зеленым говном. И все. А пиздодельный, блядь, за тобой полезет и будет тебя пиздить по жопе. Это очень плохо. Так, это вот сюда мне надо. Чем ты, блядь, там окружил? А, ну да. Это мой? Хуй там плавал, это не мой, блядь. Бери винтовку. Я до него не доберусь просто так, если что. Что это такое? Ты все теперь в бою или что? Слышь, урод. Что это было-то? Что это за выпад? Блять, нахуй я сюда залез вообще, скажи мне, пожалуйста. Вот зачем? Какой в этом смысл был? Зачем я сюда залез? Сейчас хуй знает, как слазить теперь отсюда. Пиздодельный идет. А да ёб твою тебя за ногу, а. А, ну не заметил. Ой, лох. О, нихера 3 раза подряд уже. Да ты долбоёб или где нахуй? Свидание. Нахуй! Так, ну значит, через двери можно попасть? Нет, нельзя. Полезет тогда как-нибудь. Ага, вот увидел. Все понято. А как ты жив-то, блядь? Я ж тебя убил! Вот так вот! И все! А он где-то снизу, блядь. А, в смысле снизу? А где снизу? Что, блядь, такое-то? Что это? Ебануться. Что-то происходит. А, правильно, правильно. Грызите его. Грызите, нехуй. Ходить сюда. Так, сюрикены-то мои гник надо использовать. Где-то снизу, блядь. Так, где снизу-то? Грызи, грызите упыря этого. А чё, блядь, здесь снизу-то? Блядь! Баран тупой! О, ясно, блядь. Так, хорошо.
А ну а как же? Ебать, нарвался на 20 мутантов. Уйдите нахуй, сказал. О, приветствую. О, ебать! Вот и пизда нам с тобой, дружок, пришла. Так, пиздодельный бежит. Нахуй. Наступает ночь, сука. Херово, блядь. Очень херово. Прям очень плохо. Так, ладно, давай тогда хотя бы сюда. А, да, он был в двух этих. А как мне попасть-то сюда? Ебануться, блядь, здесь еще и эти уроды ходят. Клиника, ну вот, блядь. Да, блядь, как ты меня нашел-то вообще, урод? Алло, бля, как? Может здесь как? Как? Это же надо забраться, наверное, да, туда? О, по лестнице. Здравствуйте. А зачем? И как? Просто ткани. Ну? А там войти нельзя туда. Подожди, а если эти уроды ко мне сюда придут, тут большие. Как эти, блядь, прыгуны? Ёб твою за ногу, сука! Оно не работает. Понятно. Где-то орёт, что ли, или чё, блядь? Ой, выгруби. Ну-ка, прыгай сюда, сука. Иди-ка нахуй. Сука, нужно, блядь. А я не понял, а что нужно сделать-то? Нужно типа зомбаретик прибить, что ли? Ебать их тут. Иди нахуй, сказал. Хочу тут фонарь. Да бля, хватит, все. Уйди, уйди нахер. Забраться где быстрей. Крутяк, блядь. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Все, и лезь, и лезь, и лезь, и лезь. Ай, блядь, все, убили. А как попасть-то туда, блядь, в смысле? Там типа их надо всех убить их или что? А смысл из всех убивать, я их выйду, да потом убью. Слушай, по ходу дела, да, их надо убивать. Это плохо. Ага, блядь. А чё не это? А чё не за 10 километров от него, блядь? Здравствуй, я к вам десантируюсь. И нахер. Так, я хочу поспать. Спасибо. Да, давай. Я не понял, а... Собственно, что за бред-то? Никто ничего не перепутал? Возможно, и правда, что нужно перебить всех. Зарал тут опять, блядь. Как же заебали, я уроды. Так, я не... А там есть что-то это? Мусор? Вон там есть мусор. Типа, тут надо десантироваться, иначе потому что... Там вот здесь ты пиздодельный, собственно.
который, судя по всему, сейчас меня уже испалит. Нет? Ну и нахуй. Я лучше на то здание залезу. Вот, надо вот сюда вот. Оно не работает. И тут, судя по всему, играли, надо всех завалить. Отстань нахуй. Иди в жопу. Иди в жопу, сказал. Иди в жопу. Блять, да ладно! Нихуя! Да хватит! Да, блядь, вылез! А чё тут так много-то? Там можно было реально только нажать... Ну, сука. Сейчас, ладно, воевать будем с ними. А тут чё, уродов нету больше? Окей. Подлюки, блядь. А чё не работает-то ничего? Аудит сказал, блядь! Так, это что? Вы, наверное, Крейн. Я вижу через камеры слежения. Хуй ты ходишь тогда, блядь? Да, это я, меня зовут Крейн. Пользуйтесь лифтом, нажмите на кнопку нижнего этажа. Ну-ка. А ты умеешь нагибаться? Не умеешь нагибаться? Да ты лох, что ли? Бля, вы страшный, сука. Этого ракурса прям очень... Так, этот нож какой-то супер-пуперский? Говно. Так, убери-ка от греха. Так вот. Так, хорошо. Звездец, а я в этой темноте и не увидел ничего. И думал, там надо что-то ждать, что-то делать. Ну, быстрее можно? Они прям лохи. Ох, кто это лежит? О, тихо, аптечки. И как раз надо сделать. Все. А, бля, между дверьми зажало! А, нет. Я думал, сейчас какой-то бак какой-нибудь уйдет, блядь. Клиника! На основе исследования Зира доктора Камдена может появиться реальная возможность разработки вакцины. Камдена, я думал, Камеда. Каждый выпуск читал Камдена. А там, фу, блядь, как его зовут-то? Камед. Так, а тут чё скрыт? Знаешь, так вышло с доктором Терре. Если не были рады, сможете изучить вирус Хара. Не говоря уже о том, что и ВГМ очень неплохо платили. Кстати, мы сейчас не на резервном электропитании. Там функциональность везде минимальна. Мне нужна была электроэнергия для последнего эксперимента. Но генераторы перегрелись и выключились. И чё это значит? Блять, серьезно, надо одну кнопку нажимать. Охереть. Ага. Силёнку покачаем, давай. Что-то мне везет на эти лифты, блин, на самом деле очень сильно, блин, да, зажми. Очень сильно везет. Каждая моя поездка на лифте заканчивается вот этим делом. Вы, надеюсь, не против, что я передаюсь возможности вслух. Продаюсь. Воспоминания. Перед 40 дней у меня появилась возможность вообще с живым человеком. Братцы, мы не общаемся? Ёбаный в рот, приветствую вас горячо. Где ты был-то, блядь, все это время? По-быстрому его обыскали, облутали, дальше пошли. Охренеть, не... все этажи не зачищены. О, раздевал. Так, я надеюсь, ты на улице, блядь. Я надеюсь, ты, сука, на улице. Бабло. Бабло. Да у меня 20 каких-то улучшений, кстати. Я то ли набрал, то ли нет. Не помню. Так, это... Да, чуть не забыл. Дверь в главный коридор открывать только вручную. Вам нужно в эти помещения охраны повернуть, переключать. Уже иду. А, да. Лежать, сука. Лежать, сука. Кто-то еще, что ли, блядь? Хераси, хераси.
Клинок. Оп. Что-то. Не успел прочитать. Не то, что не успел, не читал даже. Опа, баблишка. Блять, денег. Так, помещение охраны. То есть тут два вот этих, так я тут был. Алло. Алло. Не понял. Это открывается? Нет. Значит, там что-то. И повернуть... А, вот это, наверное. Да, да. Ну да. Можно пролечить? Ну нет, нельзя. Жаль. Тогда открывай. А чё он не открывается, в смысле? А, это может стекло? А куда попасть? Через верх? Наверное, да. А как попасть туда? Скажите мне, пожалуйста. А ну ничего не открывается. Вот подсюда залезь, что тебе? Так, и тут что-то еще есть. Что, мне кажется, что как-то поверху можно. Ну да. Вот тут. Или что, или нет. Ну или значит там. Ну конечно, блядь. А я тут думаю, что за параша. Воу-воу, нихера себе! Там с мою ступню. Крыса. Блять! Крысы, вы что с ума сошли, что ли? Я сказал, что вы с мою ступню, да, но так же, что моя ступня с вас. Вы имеете в виду. Так, а ты у нас издательный, конечно ж, блядь. Никто в этом и не сомневался, но так, я где-то видел сразу же. Это... Бечевка. Издательный не обыскивать. Вот, сразу же я вижу. Перед дверью. Так, где-то можно что-то обыскать. Идите вверх к главному коридору, лаборатория слева. Когда грянул эпидемия, мы заря отсоединили карантин, чтобы найти что-то там. Нади должен был нас охранять Кадыр Сулейман, нихера, сам Раис. И все шло прекрасно. Так, а что он мне тут историю рассказывает? А что-то можно? Что я сделал? А, блядь, серьезно? Так, я окно, то есть, заработал, то есть, да, сейчас, или еще, я не понял. Так, то есть изначально Раиста был адекватный, или чё? Классно. Давай уж так, ладно. Бля, бедный зомбарь, как мы над ним издевались сейчас. И так его, и так, блядь. Так. Кадыр Сулейман, Кадыр Сулейман. Пиздодельный. Минус пиздодельный. Тут тоже 20 пиздодельных этих. Блять, крутяк вообще нахуй. Главное, что вот отсюда они не повылазят. Это самое опасное будет, значит. Минусах! Минусах сказал! Минусах! Минус лаптя! И минус башка! Блять! Как бы это классно было, если была минус башка! Ладно, она... А, всё? А, нет, 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 сейчас будет всё. Какая разница, какая разница, какая разница... Так, тут что-нибудь есть? А, сундуки какие-то... Я замучу патроны, кстати, потому что их мало. Не буду обыскивать. Ладно, идти путь в лабораторию через дезинфекционную камеру. Вход справа. Но всё изменилось, когда погиб брат Раиса. Раис превратился в человека с чудовищными наклонностями, настоящее что-то там. Чудовище, наверное. Чтобы открыть дверь, надо запустить процесс санобработки. Но ничего не получится без электричества на полной мощности. И вот тут нужны генераторы. И в офисную зону, когда берешь что-то оттуда, я направлю вас дальше. Ладно, скажу. Но Зеры должны были переправить в безопасное место с агентом ПГМ. Он был очень похож на вас. Тот агент, который нам помогал, он должен был эвакуироваться вместе с нами. Но все пошло им по плану. Мы с Зерой застряли здесь.
Теперь будьте очень осторожны. Я не ощущал то крыло от мутантов, просто не было надобности там бывать. Угу, окей, что надо сделать? Добраться до офисной зоны. Бля, ну сейчас начнется, доберитесь туда, нахуй, сходите вот для этого. Сходите вот сюда. Вы все ученые пиздодельные, блядь. Нереально, они приезжают не в обычных зомбарях, а в пиздодельных. Почему? Так, погоди-ка, да офисная зона не работает? Ну ясен хер. Так, там генератор, я так понял, да? Я отстал от них. Мы разделились, но мне удалось пробраться сюда, в клинику. Если занялся поиском вакцины, что мне еще было делать? А, внимание, я открываю дверь, ёб твою мать. Открывай. Пиздодельных там вроде пока что нету. Там есть обычные. Так, обычный раз. Это окей, это сделаем вот так вот. И вот так вот, чтобы много не теряем. Это что-то вообще вас много было. Двое. А ты что, не пиздодельный разве? А так ты не пиздодельный! Я думал, ты пиздодельный. Оружие неисправно. Ну, спасибо, ладно. Три раза починила мне бесплатно. Хватит. Ладно, извините, я думал, вы пиздодельные. Вы пытались посмотреть. Дэри, тот агент присоединился к Брэкену. Я вот тоже присоединился, если бы смог добраться. Ебать. Очень хорошо ты это сделал. Прошу прощения, но здесь это путь машины зал через вентиляционную шахту. Шахту идет в кладовую. Оттуда вы сможете выбраться в коридор, а потом генератором. Кто, блядь, проснулся-то здесь из вас? А, вот ты. Ой, блядь, все пизда, ой, блядь. А, не да? Ну ладно. Здесь кто-то встал, что ли, или чё, блядь? Пизда, блядь. Оп. Вот так-то, нахуй. Кто еще? Блядь, вот это их сейчас много, если они тут где-то еще замаскировавшись лежат, это вообще плохо. Ебать, я думаю, кто-то потащил. О, еба, вон так, там, вон там есть точно пиздодельный один, это я 100% уже вижу. Нет. Это просто такие зомбари. На поверхности все такие пиздодельные. Убери свои культяпки от меня. Снеси ему голову, блядь. Кто меня ударит, ты успел. Ебаник, как плюшевые игрушки разлетели. Кто остался? Ты остался. Нахуй. Какой классный прием, слушай. Так, через вентиляционную. Поехали. Ничего не буду лутать в жопу. Не надо это уже. Все поплыли. Так. Найди заклад лаборатории. Бля, ну ладно, начались путешествия. Давай, поехали. Так, это что за место? Это куда? Бля, только не говори, что здесь развилки есть. Можно хоть туда сходить. Не говори, пожалуйста, мне этого. Так, там что, жаба? А, нет, там большой змей, скорее всего. Там, скорее всего, большой. Ты уже мертв? Твою мать-то. Да ну, сука! Смотри, что происходит, ай, нахуй я сюда сходил. Он не бегает, ничего не умеет в этом полусогнутом состоянии. Мне, кстати, ногами драться не... О, блядь. А, я понял. Нет, не понял. Понял. Не упадь вниз. Ёб твою мать, вот это лабиринты, конечно. Так, я не хочу. Я хочу вот сюда. А, да, я нашел дорогу. Вот это я молодец. Сходу все угадал. Ты можешь встать? Так, а вы не умеете по это прыгать, да? Ёбаный в рот. А ты уже что ли стоишь? Вот так-то. Сразу минус две головы. Блять, как-то какой-то я сильно низкий. Здесь все такое высокое. Ха-ха-ха.
Так, отъебитесь, короче. Ой, тихо. Куда ты пролез-то, блядь? Ты тупой? Так, вот тут... Ой, наконец-то я нормально встал. И ты тоже сюда иди. Ну, додик! Конец, все, пойдем. Да хватит, блядь, все, я уже не без газа, я. Упал, отжался. Просто сейчас бы начались эти баталии. Туда пройди, сюда. Хорошо. Все, надо найти, дорогу в машинный зал. Нашли. Я думал, нашли. Не нашли. Нашли. Нет. Блять. Я найду сегодня, нет ее. Так, ну это не вот это, да? Ну ясен хер. А тут, блядь, что нельзя, что ли? А сука, залезь. А, вот, нашел. А как тогда? В смысле, блядь? Не понял я. Не понял. А, наверное, как-то можно зайти. Ну, конечно, блядь. Хули я сижу тут. Вот. Теперь, соответственно, прыг-скок. Вот сюда. Вот сюда. Какой я сегодня умный, звездец. Так, а тут? Тут я... О, блядь. Тут я был. Так, а почему ты показываешь, что за стеной? А, ну да, мне так и так сюда, наверное, надо вниз. Сейчас посмотрим. Подожди. Господи, блядь, здесь так неудобно. О, спокойно, стой сразу же. Блять, он всего одного убил. Я думал, он убьет их всех. Не хотя бы двух, блядь. Ты что, туда не пролезешь? Нет? Ну тогда пойдем туда, ладно. Ой, ё, блядь. Что-то их, сука, сильно много, и меня это не радует вообще ни разу. Так, это вот отсюда я вышел. Вот отсюда я прошел. Сюда, куда? Ага. Так. И не рыпайся, блядь! Да ты не сдохнешь так? Или чё? А чё так много этих банок расставлено? Может, они для чего-то другого нужны? Ёб твою мать! Пролетел-то как? Еще один, блядь. Слушай, иди нахуй отсюда. Ты видал, как я пролетел? Так, еще один. Свидание. Так, и чё это, собственно, куда надо-то? Так, дай запом. Ой, блядь. А тут же... Нет. Тут этих уродов нету. Они вон там. Куда попал, нахуй? Остановить электроэнергоснабжение. Что, монетку закинуть? Какие-то они странные, эти генераторы. О, привет. Надеюсь, двух хватит. Отлично сработано. Теперь отсюда дезинфекционной камере. А я, блядь, помню, где она!
Я думаю, даже если бы у Зера была возможность выйти из-за карантинной зоны, он все равно бы остался там. Они с этим агентом решили, что надо остаться и помогать людям. Запустить там какие-то процессы. Санобработки. Я, блядь, помню, где это. Хоть указатели, на пол спасибо. А там где эти огромные монстры, ты не понял, где они все были? Так, здесь какая-то дверь есть. Хорошо, что они все сразу не встают, это вообще отлично. А, во, нормально. Так, а вот сюда я попал, подкуда, скажи мне, пожалуйста. Тоже, по-моему, по какой-то вентиляции, или я зашел сюда? Я пошел вон оттуда. Ну, давай пройдем оттуда, похуй. Да, подожди, нет, не похуй. Ёб твою мать. Так больно мне ж как. Встань. Чись. Не хочу тебе птички на это просадить. Да похуй вообще. Тихо. Тихо. Так. Я не понял. А, понял. Так, вот тут эти уроды. Ага. Ага. Ебать, лабиринты, а. А, они вот здесь, ясно. Я думал, они в другом месте. Я думал, они почему-то там. Они тут оказались. Так это все очень странно. Да не ори, блядь. Так, я куда? Я оттуда был. Туда я точно не ходил. Так, подожди, еще эта вентиляция провалится, что доброго. Нет. Быстро добрался, кстати. Так, где эта комната? Она там? Разве? Я не понял, ты что, прямо за стеной, что ли, стоят? Подожди, блядь, я не хочу! А, нет, это на... Я думал, это пиздодельный следующий, да. Так, заряжай. Так, ну-ка, давай-ка, ценообработка. Все позакрывалось, нахуй. Идеально просто. А может, их убьет этот газ? Да им, по-моему, срать вообще хотелось мне. Ну, логично, не зомбари. А, нет, смотри-ка, убиваются. Все сдохли. Падай, падай там, падай. Что-то еще взорвалось. Спасибо. Оно само открылось. Ну все, теперь можно войти. Куда? В туалет, спасибо. Очень, кстати, по этому мне сейчас надо, наверное. А дайте образцы Камден. Камдену. Господи, блять. Ну и имя. И где он? Давай смотрим, заставку будем заканчивать на этом. Ну где ты, Камден? Берите налево. Прикинь, троиз, блядь, за местным разговаривал. Будет вообще круто. Тебе можно где-то в какой-то жопе сидеть. А, нет, здесь. Крейн, рад пожать вашу руку. Давай, скорее образцы тканей. Это что, блядь, такое? Что он сделал? Док, я покажу вам эту фотографию. Сейчас, минутку. А что это такое? Ну все, этот пошел. Я занят какое-то время. Так что там говорили? Эй, это он. Тот агент ВГМ, о котором я вам говорил. Как же его звали? Амир. Да-да-да, Амир Горейший. А кого за это фото? Нихера себе, он тоже агент, что ли? У нас есть общий друг. А братцы все еще жизнеспособны. Это хорошо. Прямо что доля везения вам, ваш путь сюда будет, что там. Кстати, где остальные данные?
Я знаю, Зарь подвел два пакета. Это мы еще обсудим, док. Конечно, надо разобраться с этим дятлом из ВГМ. ВГМ? Крэн, с ним поосторожней. И публичный имидж — лживый насквозь. Эти люди — бессердечные лживые ублюдки. А, не люди, без... Понял, док, спасибо. Будем на связи. И чё по итогу-то? Свяжитесь с ВГМ! 52 метра. Ладненько, давайте это закончим. 89% сюжета будем уже, наверное, если не в следующий, то через следующий выпуск будем уже заканчивать с собой с этой игрой. А пока что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и пишите комментарии. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать самые новые ролики. Всем до встречи, лайк, лайки и других, друзья. Пока!